Главврачу зарплату санитарки. Это один из немногих лозунгов, который активисты организации «Автономное действие» выдвинули во время пикета. На площади Ленина в Иванове состоялась акция против произвола на станции скорой помощи. Мероприятие приурочили к Дню солидарности с медицинскими работниками. Среди пикетирующих людей в белых халатах не оказалось. Сотрудники скорой предпочли скромно стоять в стороне и не высказывать открыто свое недовольство положением дел. Отговорка одна – за участие в пикете могут уволить, а найти новую работу в этой сфере не так просто. Поэтому молодежь, которой пока терять нечего, и решила поддержать работников скорой, выразить их чаяния и мольбы. Мы как организация поддерживаем принципы самоуправления, самоорганизации на рабочих местах, то есть низовые инициативы. Вот, и поэтому мы призываем, собственно, медиков точно так же брать под свой контроль работу станции скорой помощи, распределение зарплат, распределение должностей.